Вот, а Юноба – потомок Дарука. Эх, этот недотёпа даже может использовать особую силу своего великого предка – оплот Дарука. Она защищает Юноба от любых повреждений, поэтому он работает у меня пушечным ядром. Обычные пушечные ядра Рудания вообще не замечают. Ладно, хватит болтать. Пора загонять Руданию в кратер. Ох, блин. Опять спина. Вы в порядке? Да какой там? Ох, похоже, сегодня я опять никуда не пойду. Слушай, ты не мог бы сходить к Юнобе и сказать, что все отменяется? Он должен ждать меня у моста Элдина. Ну вот. Ладненько, пойдем к мосту. Чё-то я блуждаю по деревне, блуждаю и понять не могу, как до Элдинского моста дойти. Вроде бы тут все понятно, вот должна тропиночка идти, но этой тропинки я не вижу. Погоди, тут мост есть. А, это мне получается на гору надо взобраться и через нее пробежать? Фига себе, вы загнули. Вот это тропа, ну ладно, побежали тогда на гору. Кстати, в комментариях писали, что вот эта вот железная дорога для вагонеток не совсем для вагонеток. Некоторые в комментариях предположили, что эта дорога исключительно для горнградцев. Они сворачиваются в комок и в таком состоянии могут передвигаться по вот этим вот рельсам. Ну, в принципе, логично. На горе опасно. Тут у нас вот эти вот всякие пухляши. А, не успел. Оп, с другой стороны. Я, короче, их решил пробежать, но, видимо, придется с ними как-то сражаться. Черт, не упасть бы. Попал? Нет, да что ж ты будешь делать-то, а? Засранки. Ладно, бегу их. То задолбали уже. Вот он, этот мост. Наконец-то мы по нему бежим. Гаронский мост. Вот так вот он выглядит. Металлический, между прочим, не деревянный. Хотя, действительно, что бы он тут из дерева был? Он бы сразу сгорел нафиг. Тут такая температура. А вот, кстати, рельсы вблизи. Вот так вот они выглядят. И, в принципе, если я сейчас на них запрыгну... В принципе, если они будут сворачиваться в колобок, то да. Похоже, что кто-то был в комментариях прав. Здорово, ребят, как ваш ничего? Давайте я вас остужу. Ух ты. Что это там за клетка? А, это не клетка. О-о-о-о, спокуха. Я думал, они меня сейчас будут атаковать. Это вагонетка, ты прикинь? Все-таки вагонетки у них есть. А так-то. Но странно, что эта вагонетка стоит здесь. Кстати, я могу ее поставить при помощи магнезиса? Опачки, ты посмотри. Ну-ка, давай попробуем ее... Так, где я видел рельс-то? Попробуем ее сейчас поставить вот сюда. И как мы сможем покататься? Русские горочки сейчас у нас будут с тобой. Ну-ка, тихонечко. Я задом наперед ее, конечно, ставлю, но вроде... Она ставится-то, прикинь? Ой, я горю, кстати, не обратил на это внимания. Сейчас мы попробуем взять по-другому всю эту штуку. Конструкцию, точнее. Стой. Куда ты покатился? Вот так вот. Ставим ее вот сюда. И все подходит. Все отлично. Садимся. И сейчас мы, по идее, должны покатиться. Мы катимся, нет? Магнезис? Нет, так не сработает. Может, ударить надо? Ну, вот, смотри, давай-ка я присяду, вот так вот спрячусь за решетки. Юху, аттракцион начинается! Невиданной щедрости. Главное... А, вон, кстати, смотри, вагонетка была. Как это я ее пробежал? Не обратил даже на нее внимания. Ну, в принципе, вот таким вот макаром мы катимся. Да. Вот еще одна вагонетка. Ладно. Вернем эту обратно, где взяли. Вагонетка у нас лежала здесь, напротив этих рельс. Рельсы идут вверх, поэтому заехать на ней, я думаю, что не получится. Тут у нас есть горячие источники. В самый раз. Надо подлечиться. Посидим, поболтаем со здешними горнградцами. О, у паренька даже квест есть. Гиги, ты меня понимаешь? Не совсем, но понимаю. Га-га-га, кумекаешь говорильню? Не совсем.
Дорожина на мост Элдина. Я там окладик спрятал. Ммм. Палку-баба-бахалку. Палку-баба-халку. Палка-халка? Если найдешь, схватайся. Ну хорошо, спасибо за подсказочку. Тайна горы смерти. Где бы эту только палку найти? Но мы знаем одно, она где-то на Элдинском мосту. Снова вы, да? Может быть, вас подорвать? Ой, прям на меня летел. Подорвать. Что вы задолбали? Готов один? Сейчас еще и второго подорву нафиг. Давай, бомбочка, давай. Он ее всасывает. Ты видел, он засосал мою бомбу. Офигеть, вот как с ними надо бороться-то. Так, это я все забираю. Опа. Не подходи ко мне. А, им пофиг, что ли? Ладно, буду разбираться в рукопашку. Сразу двоих ушатал, шикарно. Люблю вот эти каменные, огромные... Что? Бомбардировка. Вулкан. Снова вулкан разошелся. Еще у нас тут ящерка, которую мы сейчас сразу же поджарим. Вот так-то. Обожаю этих ящериц убивать. Ничего не нужно. Просто ледяной стрелой пукнул в них, и все, нормал. Может быть, вагонеточку надо было сюда затащить, как думаешь? Хотя нет. Тут такая горочка, что навряд ли мы бы поднялись и поехали. Вон оно, кстати, святилище. Пойдем-ка в него забежим, посмотрим, что там. Святилище Дакако. Затяжной спуск. Вау. Зашел, а тут меня сразу уже встречают какие-то попрыгай панели. И учитывая, что тут затяжной спуск, мне кажется, что мы будем тут на вагонетках спускаться. Но это не точно. Все эти вагонетки, что-то я ими сегодня брежу. Так, я видел там вон сундук, но непонятно, как его достать. Скорее всего, надо спрыг панели этой огромной подлететь и забрать. Ну-ка, давай попробуем. Что получится? Ага. Есть, но я не долетаю. Тогда надо спрыг панели. Запрыгнуть на камушек. Блин, почти получилось. Еще разок. Так, залетаем на камушек. Я думаю, что вот с него-то уже получится залететь. Угу, как раз. В сундуке мы нашли 100 рупий. Немножечко отяжелили свой кармашек. Так, теперь нам нужно грамотно попасть вон туда. Есть, короче, один вариантик. В стадии загнать вот этот камушек. В принципе, должно получиться. Сейчас попробуем. Опа! По красоте все получилось. Че, все что ли? Да уж. Юноба, я бегу к тебе. Хотя че бежать? Мы же не мир спасать сейчас с ним будем. Мне просто нужно сказать, что дедушка заболел. Точнее, у него радикулит. Спину защемило, и он не придет. Так что вот такие дела. О, не понял. Там, походу, юнобу прессуют. О, дела. Юноба, держись, я бегу. Сейчас разберусь я с этими мохнатыми рогатыми. Ой-ой-ой. На помощь. Ща, братюнь, потерпи немного. Накажу я этого единорога. Вот это я сказанул. Потерпи немного, завалю единорога. Ну иди сюда, на разборочки. Ты что, думаешь, я с тобой просто так буду? На ножах, как говорится, биться. Я тебя в стазис. Твоих ушатал, отлично. Блин, они мне могут так дарить, что я отлечу нафиг. Особенно, если он свои пятки мне зарядит. Это будет выглядеть как Спарта. И капец. Это замах. Надо у него оружие выбить, а то он слишком махает им. Больно. Так, ребята, тихо. Короче, вы задолбали. Сейчас вас электрошоком долбанят. Вот так-то. А ты что, не живой еще, что ли? Ух ты, классно дерешься. Ты снова меня спас. А то вечно тебя из всяких передряг вытаскивать нужно. Так, что у нас тут есть? Что-то там... Подождите, не горите, не горите. Я вас заберу. Вот эта палка мне нравится. Отбойный бур. Ну, хотя урон у нее всего 14. Не буду брать. Да и мест нет в сумке.
Пухляш, я пришел тебя огорчить о том, что дед не придет. Спасибо, что спас. Если бы не ты, мне конец. Эх, где шеф-то? Все отменяется, парниш, он не придет. Отменяется? Но почему? У шефа спина заболела. Значит, лекарство не подействовало. А мы тут жизнью рисковали. Без шефа тут делать нечего. Придется возвращаться. Стопай, не торопись, подожди. Эй, ты что задумал? Я заберусь в чудище. Что? Ты хочешь забраться внутрь Рудани? Но это мог делать только мой великий предок Дарук. Это ведь очень опасно. Но можно попробовать. Только надо сначала ослабить чудище. Кстати, а зачем ты хочешь в него забраться? Ну, вообще-то, надо как-то Ганнона из него изгнать. Я ничего не понял, но дело твое. Есть проблема. Шеф поднял мост Элдина, чтобы Рудания не приполз в Гордонград. Нам придется как-то опустить мост, если мы хотим добраться до чудища. У шефа это ловко получалось. Он мог опустить мост одним выстрелом из пушки. Без него у нас ничего не получится. Хотя ты ведь умеешь стрелять из пушек. Может попробовать? Давай я буду вместо пушечного ядра, а ты вместо шефа. Ты стреляешь, я лечу. Ты уверен, что хочешь полетать? Да не бойся ты. Меня защитит сила моего предка, оплот Дарук. Я могу со всего маху хоть во что врезаться, и мне ничего не будет. Шеф говорит, Дарук был величайшим гороном в истории и владел особой силой. А так как я его потомок, то тоже владею этой силой. Давай попробуем. Просто выстрели по мосту Элдина, а дальше я сам. Страшновато все-таки. Так, все, он залетел в пушку. Угу. Осталось только пульнуть им. Значит, закидываем снаряд. Опс, стазис. Бомбочка пошла. Все, снаряд заряжен. Теперь нужно повернуть и вовремя выстрелить. Оп. Встал именно в ту позицию, в какую мне нужно. Огонь! Ну-ну-ну, давай, падай! Шикарно! Интересно, а куда Юноба отлетел? На, вот он летит. Слушай, ну круто иметь такого другана при себе. Получилось! Ура! Все-таки я голова. Да, я вижу, как у тебя голова кружится. Оплот дорога классная штука, да? Мне нравится быть пушечным ядром. Побежали через мост. Ну, побежали. Если что, ты же меня спасешь, да, Юнобу? Хотя, я сомневаюсь, что ты мне поможешь. Мост Элдина. Жалко, что щит Юноба не распространяется и на других. Чудище Варудания. Ух, как же внутри нее жарко. У него дроны есть. Ни у кого дронов не было, а у него есть. Это, наверное, его охранники. Ага, точно, они сканируют местность. Ну вот, новая сложность. Ой-ой-ой, это дозорные. Если такая штука нас заметит, Рудания взбесится, и из горы смерти полетят горящие глыбы. Ну, с горящими глыбами я уже сталкивался. Знаешь, что такое? Эти дозорные всегда меня замечают. Эх, вот с шефом нам не пришлось бы бояться горящих глыб. А может, ты будешь подавать мне сигнал, когда надо идти, а когда стоять? Надо придумать сигнал. Есть идеи? Мои идеи такие. Я могу тебе подмигнуть, я могу тебе свистнуть или мысленные сигналы. Но я не думаю, что мы умеем читать мысли друг друга. Поэтому давай я свистну. Свистеть? Точно! А я по твоему свисту буду останавливаться или идти дальше.
Обидно немного, я ведь не лошадь. Ну все, договорились. Свисти так, чтобы меня дозорные не заметили, окей? Ладно. Ай, где эти дозорные-то хоть? Вечно я в какие-то передряги вляпываюсь. А тут еще и вот это чудило пришвартовался ко мне. Так, вон он один дозорный. Пошли скорее. Бежим. Я думаю, если мы с тобой вот тут спрячемся, то будет норм. Он нас не запалит. Кажется, он идет сюда, назад. Назад. Бежим назад. Давай-ка вот здесь вот спрячемся. Беги сюда. Застрял. Засранец, застрял! Ты нас сейчас всех спалишь! Он летит? Нет. Я его не вижу. Где дозорный? Капец. Так, давай ты тут постой. Отлично. Как солдат. А я сейчас побегу и посмотрю. Ну, кстати, он вроде бы как не долетает даже сюда. Ну-ка, где он сейчас остановится и повернет назад? Ага, вот его точка. Все понятно. Свистим, даем команду. Где ты там? Он бежит? Нет. Эй, чудик, ты что там застрял? Давай скорей. Все, красавчик, стой тут. Нам нужно забежать сюда под камень. Тут нас не запалят. Так. Давай быстрее, беги сюда. Капец, он медленный. В колобка превратился и докатился, ё-моё. В чем проблема-то? Надо сейчас. Бежим! Бежим. Не отставай, пухляш. Мы с тобой как Джеймс Бонд и... Джеймс Бонд и колобок. Стопэ. Как бы нам пробраться? А че если мы просто камни уроним? Давай попробуем уронить камни. Столкнем их. О-о-о, тихо. Фига себе, чуть не укатился нафиг с этим камнем. И этот сейчас столкнем. Ну-ну-ну. Ну, мы никак не поспособствовали тому, чтобы этот смотрящий куда-то улетел. Я-то, в принципе, могу проползти. Так. Стой здесь. А я рискну своим здоровьем. А так. И здесь вот есть еще один камушек. Но камни нам точно не помогут. Потому что я здесь увидел пушку. Может быть, пушкой сбить? Давай попробуем. Там есть снаряд, интересно, какой-нибудь? Не, снаряда нет. Печаль. Как быть-то, как действовать? А! Вон оно что. Глыбы сверху есть. Надо просто эти глыбы скинуть на этого смотрящего. Ревали, хелпани ко мне. Ой-ой-ой-ой-ой, как горячо-то здесь. Подгорел немножечко. А еще у меня здоровья нет. Я пошел вообще без всякой еды, ё-моё. Вот это я молодец. Но я вообще-то не знал, что я буду сейчас сражаться с Руданией. Шести восполнил. Теперь нужно грамотно уронить камень. Ага, получилось. Ништяк. С него даже винтики какие-то упали. Ну все, пошли. Можно идти. Мне сейчас понадобится твоя помощь. Надо будет, походу, с пушки пульнуть. Опачки. Да, мы, скорее всего, пульнем прямо в того стража. Или не пульнем. Фига себе, он сразу залетает. Так, и в кого стрелять-то будем? Вначале давай попробуем развернуть эту пушку, посмотрим, куда она вообще летит. Че, в Руданию, что ли, стреляем? Ну ладно, давай попробуем. Оп. Раз, два, три, огонь! Есть контакт. Мне кажется, что Рудания взбесилась.
А, не, она пошла дальше куда-то. Еноба опять по голове отхватил нормально так. Получилось. Если так пойдет дальше, мы загоним Руданию в кратер. Ну и отлично. Вот что нам нужно сейчас сделать. Нам нужно ее загнать в кратер. Погоди, так если мы ее в кратер загоним, то как я туда залезу-то? Я ж нафиг там сгорю. У нас же план-то был, чтоб я взобрался в Руданию. О, да. Короче, я понял. Мы вначале действуем, а потом думаем уже, как забраться, да? Логика. Так, что нам делать с этими чуваками? Постой-ка пока здесь. А я схожу, посмотрю. А, вот тут есть проемчик. Ага. По моей команде! Беги! Беги скорее, 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 пупсик. Черт, 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 черт! Ах ты ж жиробас, а! Все, сейчас начнется. Берегись! Капец. Я думаю, что меня тут не достанет. Хотя чуть-чуть достало. Может, ты меня тоже щитом укроешь, а? Фух, пронесло. Сейчас будем бежать дальше, готовься. Let's go! Быстрее, 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 быстрее. Вот сюда. А, он стоит, это, ждет моей команды, да? Так точно! Так точно, блин. Как тут-то быть? Там камни, может, скинуть можно как-то или что? А как насчет стазиса, а? Вообще. Твою ж налево, не успел. Ой-ой-ой! Валим, быстрее! О, горячо так. Ё-моё. Только жизнь восстановил, ну капец. Фух. Чё ты там встал? Беги скорее! Еноба вас не слышит. Ну, замечательно, чё. Как насчет стазис? Точно, стазис на них работает. Еноба, беги. Беги, блин. О, какой же ты... Капец, вот ты тормоз. У меня щит-то есть? У меня щит, может? Нет, щита нету. Плохо. Я тогда вот так вот повисю просто. Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, все. Капец. Капец. Давай, Еноба, беги. Ну же, ну же, ну же. Ну, блин, ну, пять. Берегись. Да чё берегись, я сейчас сдохну. Берегись, блин. Я только бежать могу куда-нибудь. Одна жизнька осталась. Еще одно попадание, мне крындец. Еноба. Ты тормоз, одним словом. Беги давай, а то тебя сейчас снова запалят. Ну тут, в принципе, все просто. Просто нужно успеть пробежать. Бежим! Быстрее! Красавчик, вот раньше надо было так бегать. Так. А что, куда нам дальше-то нужно? Еноба, отойди, я пройти не могу, блин. Жердяй маленький. Вот она, Руданя, мы уже близко к ней. Твою ж налево. Тебя мне тут только еще не хватало. О, отлично. Меня фиганули. Ой, силы слона и мои подружки воскресили меня. Отлично, дали полное здоровье. И еще несколько сердец добавлю. Ну что, готов? Катился-то как далеко. Пару ударов осталось ему. Готовченко. Сейчас по кухне паникую, я совсем разобрался. Пошли дальше. Снова тебя пулять нужно, да? Ну давай, залази. Заряжай! Точнее, поворачивай. Я вот сейчас я буду заряжать. One, two, please!
Ну чё, ты в норме? Ура! Еще одно попадание. Ага, я вижу, как ты в норме. А на мне ни единой царапинки. Ну да, только по башке прилетает знатно. Все благодаря оплоту Дарука. Мой предок был великий Горн. Давай продолжать. Скоро мы загоним чудище в кратер. Ну давай. Надеюсь, что твоя голова выдержит. Хотя, учитывая, сколько раз тебя шеф пулял, тебе уже по барабану. Снова эти надзорные. Тут уже посложнее будет. Слушай, а что если я попробую в стазис вогнать и подбить? Сейчас попробуем. Так, и стреляем с лука. Не, ему пофиг. А если мы электрической стрелой в него долбанем? Тоже по барабану. Угу. Ладно, тогда только стазис, только хардкор. Её ноба за мной. Эх, рано. Рано я это сделал, наверное. Её ноба, давай прибавь-ка в скорости, красавчик. О, а тут час от часу не легче. Тут три их. Ну, я думаю, что это последние. И... ой-ой-ой. Чё, запыхался уже, да? Так, бежим. Бежим. Давай, пупс. Давай. Запалили. Черт возьми. Ай-яй-яй. Ладно, мне пора лететь. Спасайте, кто может. Черт возьми. О, вот это падение. Вот это я упал. Капец, еще... Да стой, Линк! С горы конкретно упал я, конечно. Посмотрим, как высоко... Ой, блин, ну еще и неудачно взлетел. Ну это просто фейловый фейл. Это фиаско, братюнь. Просто капец, какой фиаско. Прячусь сюда. Тут меня точно никто не достанет. Подстава, подстав просто. Блин, это реально потно. Запрыгиваем. Блин, давай. Бежим. Ух! Есть. Мы сюда пробрались. Залазим сюда. Вот, отлично, это то, что нужно. Сейчас мы на них поскидываем всю эту дребудень. Главное, грамотно уронить. Вот так вот. Даже ронять не нужно ничего. Готов. Еще один где? А по-моему все, да? Ну отлично. Погнали, перец! Я все решил. Правда, всех жизней потратил на это практически. Наши рогатые друзья. Почти как единороги, только быки. Здорово. Как жизнь-ка? Постой немного в стадии, окей? Сейчас прибьют нафиг. Вот так вот вам. И еще разок. Все. Фух. Все в порядке. Наконец-то мы добрались до последней пушки. Я надеюсь, что это последняя пушка. Заряжай! Опачки. Огонь! Ну все, он сейчас в кратер должен залезть. Ой-ой-ой, что-то он поломался конкретно. Задымил. А, нет, смотри-ка, полез. На кой черт мы его в кратер загнали? Я ж там сгорю нафиг вместе с этим. Он еще и в саму лаву прыгнул.
Мы загнали чудище в кратер! Это наш шанс! Скорее, прыгай! Вот я дебил хотел сказать, но я вообще отбитый на всю голову. В кратер лавовый прыгнуть. Меня же даже костюм, наверное, не спасет.